Книга называется «Магические методы лечения». Климакс. Можно полечить, если 2 10-литровые пластиковые бутылки из-под воды взять под мышки и удерживать их там сидя или стоя не менее 10 минут каждый день. В течение дня рассасывать нугу таким способом. Кусочек белой нуги придавить языком к небу и удерживать как можно дольше. О, необычно. Кожная сыпь уйдет, если встать на старую газету, обтереться пищевой солью экстра, после чего всю высыпавшуюся на газету соль необходимо свернуть в пакет и накапать сверху воском. После этого газету просто выбросить в мусор. Помогает не сразу, но эффективно. Конъюнктивит. Соединить большой палец и мизинец на левой руке в мудру. Большой палец и мизинец в левой руке в мудру. После чего прикоснуться 3 пальцами. Ага, вот так. Прикоснуться 3 пальцами, 2, 3 и 4 к нарыву, поплевать на 3 пальца и поплевать через левое плечо. Так избавите от конъюнктивита и ячменя. Крапивница. Одеться или завернуться полностью в красную тряпку, пить заваренную крапиву. Либидо.